Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы на канале Morrow Night Eye и... Чё? Ой, где это я? Это Cuphead против Чучу Чарльза! Вот такое вот сразу веселье нас встречает, представляете? Да, дружище? Ты в этом балдежном поезде, наслаждайся, родной. Оба. Ну чё, прикольный вагончик такой, нет. О, господи, нет, ужас. Так, это мы сейчас... Что-то анфасайз, сейчас переделаем, починим, все починим. Починим просто, поезд сломался, вы сами видите. Я считаю, если вы машинист и ваш поезд превращается в гигантского страшного паука, он сломался. Починка необходима. И вот, собственно, идет процесс. Гляньте, как он его чинит, замечательно. Бах, пау-пау-пау, там всякими вот этими вот своими снарядиками. Серьезно? Он так атакует, да? Он просто тупо башкой так в лоб прямо, да? Хлобысь. Я думал, там будет какой-то более изысканный, знаете ли, способ, да, атаки. Дружище, тебе не кажется? Нет? Чуть-чуть. И он просто в лоб таранит. Вот эта машинка, да. Вот это замечательный, конечно, локомотивчик. Так, о, смотрите, парирование от этой штуки еще происходит, да. Опять трах-бабах, да, башкой своей куда-то. Куда ты там, я не понимаю, что ты делаешь вообще? Ты можешь Христа ради угомониться, родной. Все? Нифига себе, Cuphead, вот это тебе не фартануло. Слушай, у тебя шансы на то, чтобы выжить, они как-то уменьшаются очень. Очень призрачные они. Ой, уйди, уйди, морда. Уйди, пожалуйста. Так, все, оно бежит дальше, значит. Ничего себе, он успевает прям еще отстреливаться. Вау. Нормальный электроразряд. Ты что, скажи мне, какой-то внебрачный сын бога Зевса или что? Ты откуда такое умеешь, капхедик? Нифига, морда. Блин, это реально страшно. Это, я думаю, что если бы я был помладше, я бы сейчас просто усирался. Вы видели, как эта морда надвигается на тебя? Это же пипец. Да уж, слушайте. Так, кстати, не забывайте ставить лайк, подписываться и жать колокольчик, если вам понравится это видео. Так, а то вот эта страшная рожа, сами понимаете, я тут смотрю, тут будущие ночные кошмары себе нарабатываю, так... Хоть лайков да подписчиков поставьте, и то будет приятно. Так, ладно, поехали. А, он опять тут что-то выплевывает на него. Свежий утренний чаечек, и все. Куда? Куда оно там поползло? Боже мой! Боже мой! Нифига себе! Так это же Чучу Чарльз Экзе, по-моему, нет? То есть или что-то в этом роде. Не, слушайте, ну это выглядит очень классно. Понятно, что это анимация, но если бы это была игра, я бы попробовал, конечно, вот в такую игру, вот посмотрите, с такими спецэффектами. Правда, у меня бы, наверное, попец бы горел просто жутко, потому что как-то пройти с первого раза и не помереть 100 тысяч миллионов раз, это не мое, понимаете, я бы так не смог. Так, ничего себе, эпичность просто зашкаливает, просто туда эпичность, сюда эпичность, меня все взрывает, только спокойный сразу стал, все, пока, сейчас. Удачно тебе полетать. Молодец, Капхедик. Это чистая победа, что я могу сказать. Это прям четко. А сейчас мы на канале Awesome Tune, и мы продолжаем смотреть вот примерно что-то в этом роде. Тоже Капхед едет на паровозике. Паровозик уже такой, знаете, бюджетная версия прошлого. И опять, смотри, морда. Опять морда бежит. Ну что поделать, все, Капхед. Давай, надо принимать какие-то срочные меры еще. Хай-класс бэтл, да, давай, хай-класс бэтл. Штанишки подтягиваем, и куда ты стреляешь? Вот, да. Вот здесь вот уже, смотрите, здесь уже сделано как чисто классический капхедовский левел. Да, то есть я причем даже понимаю, что вот есть же вот в капхеде вот этот вот босс, да, вот тихо так. Вот этот босс, который на поезде, я только вот не помню с какой он части, по-моему с первой части капхеда, не из Delicious Last Course. И вот, по-моему, им очень вдохновлялись, конечно, да. Им очень вдохновлялись тут для Чучу Чарльза, для этой морды злобной. Шо ж ты такой, скажи мне, неспокойный, дружище? Неспокойная твоя злая рожа. Угомонись. Take it easy, родной. Take it easy, понимаешь? Успокойся. Так, ну все, короче. Ты успокаиваешься или нет? Ой, оно теперь еще вот в Скайрим играет, еще драконья твоя морда. Нечего было жрать эту острую мексиканскую еду, дружище. Твое дыхание было бы не таким огненным, да? Ну все, ну давай, заканчивай с ним. Давай, Cuphead, супер оружие какое-нибудь. Что-нибудь надо придумывать, я считаю. Да, тут, конечно, вы сами видите, размах анимационного, что называется, буйства фантазии не настолько обширен, как он был. Ого. В анимации
Моро Найтмер, так, или как там, Найтай? Моро Найтай, по-моему, да, канал назывался. Так, ну слушайте, нормально оно там, смотрите, какое адское отродье там начало накручиваться лапками своими, нифига себе. Ничего себе, черепки там этих, бедный Йорик, бедных Йориков там настругал. Вот это добротный массажик такой. И все, понимаете, про Чучу Чарльзил свою жизнь по полной программе, да. А Чучу Чарльзил свое, как говорится. Да, я думаю, с него хватит. Куда едем дальше, я не помню. А, я думал, нам просто сейчас будут показывать железнодорожные станции, типа там высадка на станции, там Новая Гарева, выходить или еще что-то вроде. А вот видео Лески Анимейшн. Это такая аниме-пародия на все это дело. То есть у нас опять Капхед сидит в кустах, наверное, пошел пописить, ну, всякое бывает. Он же чашка, в нем постоянно много жидкости. И тут раз! И выходит на него вот это. Да, вот это зубатое, вот это красивое, очень, как говорится, доброе, да, и позитивное, естественно. И он такой думает, надо что-то с этим делать, беспредел какой-то, понимаете, всякие поезда тут с лапками прыгают, бегают, вот, ползают, надо исправлять ситуацию. И давай, значит, там, капхед капхедит, Чучу Чарльз, сейчас будет Чучу Чарльзить, ну и все как всегда, вы сами понимаете, да? О, нормально, от души душевно в душу, как говорится, прям встретил, просто божественно, прекрасно, невероятно. Да, и вот как мы можем наблюдать, ничего себе, ты крутой капхед. Ничего себе, ты крутой, однако, да ты прямо Джеймс Бонд. А теперь мы находимся на канале Титан FNF, и у нас тут Friday Night Funkin' битва Капхеда против Чучу Чарльза, как я понимаю, да? Вот, собственно, да, вот, собственно, оно и начинается. Но это, по-моему, первая анимация, которую мы смотрели. Да, да, это, это такой гениальный тип контента, такая гениальнейшая концепция, просто, понимаете, просто Кодзима гений это разрабатывал. В которой мы берем оригинальную анимацию, а потом просто накладываем сверху песенку из Friday Night Funkin на рандомные стрелочки. То есть они... Нет, они не рандомные. Они не рандомные, но тем не менее. Тем не менее, все это, конечно, все это, конечно, потрясающе гениально, да. Надо отметить. Ну а что, как говорится, ну а почему бы и нет? Как бы берем уже контент, который уже существует, и несколько его... Если можно так выразиться, облагораживаем, хотя я бы скорее сказал перерабатываем или что-то в этом роде. Ну чё, и вот тоже вы видите, тоже тут получается Чучу Чарльз Экзе уже совершенно осатанел, говнюк такой. Уже совсем на него спасу никакого нет, понимаете? Просто оно носится тут по всем этим полям, лесам, просто вовсю туды-сюды, как говорится. И сейчас будет... а хоть, блин, дали бы посмотреть хотя бы вот момент, когда вот это... Вот этот, давай! Да! О, замечательно. Вот, собственно, это было приятно. А еще приятнее будет, если вы перейдете вот на это видео. Переходите, ребята, клацайте, смотрите. Там тоже интересная анимация, в принципе, ну, она от этой как бы отличается, но не степенью веселости. Поэтому, если тут понравилось, то тут тоже зайдет. Так что, всем счастливо, удачи, пока, ребята, увидимся вот там.